Доброго вечора, дорогий глядач! З вами ваше улюблене корисно-розважальне шоу «Вечір на восьмому». Ви мене, звісно, пробачте, я просто маю доробити деякі свої справи. Я людина слова. Справа в тому, що у нас із Наталкою є бізнес. Бізнес, який ми з Наталі... Привіт, Юр, привіт. Я вас вітаю. Привіт. Зробив все, що говорив, зробиш? Так, розробив, я зробив. Рекламну кампанію, стратегію для нашого картопляного бізнесу? Ну, звісно. Ну, покази, презентуй. Дивись, я взяв від руки написав. Знаєш чому? Тому що наша картопелька, ми в неї вклали душу, сили, терпіння, натхнення, сльози. Там, друзі, було все. Я зрозумів, що от реклама має бути теж від руки. Ну, знаєш, так, як душа, це почерк, це любов. Тож, слухаємо. Друзі, ви готові? Отож, оце ось так воно виглядає. Я зараз прочитаю. Любі друзі, суперкартопелька посаджена із натхненням. Виплекана українським чорноземом, по якому ходив Тарас Григорович та Наталі Федорченко. І зібрана з любов'ю. Чекає на кожного із вас. По ціні домовимося. Цілуємо, любимо. Юрко and Natalie Potato. Дзвоніть. Ну, 60. Інформація прозвучала на правах реклами. Нашої реклами. От дивись, заходиш ти в бізнес-центр, будь-який, да? Називаємо бізнес-центр Сіті. Ти заходиш, і там багато різних штук, в 3D, такі реклами, співають, говорять. Пах! А тут висить. Ми всі живі люди, щоб ми не їли тюбіки там. Ще. Хочеться ж картопельки. Ти вже розвішував їх? Я тільки дописав. Мені ще небагато залишилося. Хочу 1000 примірників. Ще 998. Добре, я тобі давай допоможу. Ну, візьмись. Це спільна справа. Так. Залишайтеся з нами. Сьогодні будемо говорити про піар та рекламу для малого та середнього бізнесу. А зокрема ми розкажемо про таке. Як із безлічі варіантів для вашої рекламної стратегії обрати найбільш ефективний, той, який точно спрацює? Це правильний путь, другого нет пути. Як заявити про себе на міжнародних ринках і яких помилок припускаються найчастіше? Якщо там в Росії кричать «Тагіл», то у нас «Халтава!» А ще, як обрати ідею для вашого бізнесу, чим керуватися та на що звертати особливу увагу? Це ж знак. Буде так круто. Як визначити найкращий момент для старту? Ніколи не буде удачного часу для старту бізнесу, якщо ти будеш боятися. Іди і делай. Долучайтеся. Буде цікаво, корисно і несподівано. Ти що, роздіваєшся? Ну як? Це не я. Андрій Буренок – засновник та директор сервісу вигідних подорожей, популярний відеоблогер. Має економічну освіту. Закінчив Чернігівський державний технологічний університет. Навчався у Британському королівському інституті маркетингу. Пройшов шлях від менеджера з продажів до директора компанії, що займається дистриб'юцією телеканалів. Разом із партнером-програмістом заснував сервіс для мандрівників TripMyDream, який щомісяця відвідує 600 тисяч українських користувачів. Має мандрівний блог на YouTube. Свою професійну діяльність вважає не роботою, а захопленням. Андрій, доброго вечора. Добрий вечір. Каже привіт, посміхається. Почнемо відразу. Ми дуже серйозний канал. Ти ж знаєш, так? Звісно. Восьмий канал. Це восьме чуття в бізнесі, бізнес-канал для всієї родини. Отож, для початку, твій улюблений анекдот. Ми слухаємо. Боже, ти слушай, коли-то я анекдоти читав всіми в одному місці. У нас там було, коли не було от цих телефонів, як зараз, да, які ти можеш собі взяти і там читати, смотреть. От там я читав анекдоти. Но эта пора закончилась очень давно. Мне кажется, Стив Джобс вот этим телефоном убил всю индустрию анекдотов и газет, которые в конце сканворды. Были. Сканворды, да, убил эту всю индустрию. Поэтому я не знаю анекдотов. Представляешь? С тебя анекдот. Давай, расскажи. Окей, улюблений анекдот Наталки. Мама каже доці, піди купи, будь ласка, два батони. Доця така каже, окей, іде, підходить до магазину і згадує, що вона не знає цифру 2. Така заходить в магазин, каже, тьотенька, дайте, будь ласка, 3 батони, а один не давайте, знаєш? Ну, не зайшло, буває. Тепер підемо чисто по традиційних питаннях. Андрію, розкажи, як після напруженого, давай так, після напруженого робочого дня, від тренінгу до лекції, до семінару, ти ж віддаєш людям, люди забирають. Перельотів многочасових. Як ввечері розпружуєшся? Як то відбувається? Слушай, Юр, скажу тебе чесно, я вечером прихожу, час, полтора, два максимум с семьей, дети идут спать, и ты достаешь ноутбук и начинаешь делать то, что готовит у тебя уже на завтра, честно.
практически каждый вечер. Я стараюсь сделать меньше, но когда ты предприниматель, который хочет, чтобы твой бизнес хотя бы работал в ноль и с небольшой маржой в плюс, когда ты на очень конкурентном рынке и на рынке Украины, где у людей денег нет, зарплаты не растут и перспективы есть, но очень далекие, вот, тебе нужно очень пахать для того, чтобы выживать и что-то у тебя получалось. Вот так вот. Поэтому я расставляюсь с семьей, прихожу. Для меня счастье, если я пришел в 9 вечера. Для меня это счастье, реально, если я пришел очень в 9 вечера. Вот, ну, я ухожу рано. Если я пришел в 9 вечера, если я поел гречку, поиграл с детьми, поболтал со своей любимой Юлей, а потом снова сел и начал. Ну, а ресурсное состояние-то каким-то образом надо пополнять? Не надо. Нет? Смотри, когда ты в какой-то момент понимаешь, что ты являешься источником своего жизнеобеспечения, и тебе для жизнеобеспечения не надо никто. Ни чье-то хорошее настроение, ни чье-то доброе слово, ни чей-то пинок под зад, ни какие-то учебники, ни какие-то ресурсы другие. Ты начинаешь просто вот в этом состоянии, my being is my sustenance, это звучит по-английски, то есть мое присутствие, мое существование уже является моим источником энергии, тебе этого достаточно, реально. Я могу делать очень много. Когда ты живешь в этом, и у тебя теряется connection с линейным временем, ты просто начинаешь творить еще больше. Вот все. Мне кажется... Ты испугалась? Не, я разумею. Я-то не испугалась. Я давеча случайно попала рано утром. Давеча? Давеча. То бишь. Любимое слово нашего шеф-редактора. Попала в общественный транспорт. Мне, ну, я почему-то не понимала, почему говорят, есть общественный транспорт, да? Он есть. Я как бы в гармоничном, хорошем состоянии использую наши методы для снятия стресса, которые мы часто рекомендуем. Но когда едешь в 7-10 в переполненном метро, вот сложно вот эти вот все, что ты источник энергии, еще чего-то. Как себя вот в такой ситуации собрать? Ну смотри, я в Киеве, я вообще сам из Чернигова, мне 37, я в Киеве живу с 2002 года с конца, и я очень много ездил в метро. И мне доставляло удовольствие ездить в метро. Я тоже ездила днем. А здесь утром, ну, я давно рано. Не была. Я добирался полтора часа на работу в одну сторону, с левого берега направо, полтора часа в сторону, в другую сторону. И ежедневно мне нравилось. Я с третьего раза с какой-то залупой заскакивал в вагон. Я не знаю, так ли это сейчас, я давно не езжу в метро. А вот рекомендую, 7-10. Норм. Оно хорошо, когда ты, допустим, обеспечен, у тебя все good, и вот понять, что ты источник энергии, вот в этом состоянии быть. Все-таки для большего количества людей... Что-то себе утром сказать, или оно постепенно. Слушай, ну как ты с утра встал, как ты все видишь, так все и будет. Все зависит от того, как ты, с какой стороны смотришь, и насколько ты можешь смотреть обширно и высоко. А если ты видишь только мелко, то ты будешь видеть мелко. Я приведу два примера. Ну смотри, стоит корова, да? Вот Юру поставили спереди, Юра смотрит ей в зубы. Для Юры корова – это зубы. Наташу посадили снизу, Наташу посадили снизу, она смотрит на большие груди, их много, этих сисек, вот, она видит корову так, а я стою сзади, смотрю под хвост, ты понимаешь, и у каждого из нас там зато к деньгам. Опыт, да, опыт коровы абсолютно разный, понимаешь, смотря с какой-то стороны смотришь, дальше, пальцы, 2D, рука, пальцы, если поставить пальцы, да, вот в этом измерении каждый палец обвести и убрать руку, то каждый палец выглядит как? Как отдельный друг от друга, правда? Но, и при этом, когда они отдельны друг от друга, вот эти два пальца могут говорить, слушай, мы с тобой рядом, давай мы против вот этих вот двух пальцев устроим войну, пойдем их замочим, слушай, они же вот такие вот плохие, они же другие совсем, они далеко находятся. И они начинают друг с другом конфронтировать, правильно слово? Ну, у меня кожен ранок таке, я не можу каву заварить. Слушай, а теперь дальше. А на самом деле эти пальцы являются не каждый по отдельности, это часть одной руки, и это все рука, понимаешь? И когда ты вот так вот воспринимаешь мир, что все вокруг это я не отделен от этого мира. Нет, не есть я один, и все вокруг, они все, это не я. Нет, ты есть все. Все вокруг это тоже ты, и вы живете в одном мире, то ты этот мир спокойнее принимаешь. Супер. Я приняла, я это осознаю, но сейчас хочу предложить, точнее наша редакция хочет предложить, заготовленные 3 способа снятия стресса. Навіть якщо стресу зараз немає, ну просто так розпружуватися. Якщо немає стресу, введемо в нього. Подожди, це типа як от це, ти хто по орієнтації, правша?
Это вот эти вот стресс, снятие стресса. А сейчас вот Юра... Не-не, я занадто юный, я не знаю этих штук. Каждый вечер мы испытываем способы, что-то рекомендуем зрителям, что взять на вооружение. Что, я думаю, треба вытянуть, да, эту штучку? Хмаринки у нас есть, да? Легко. Вот эту хочу. Что, нам нужно прочитать? Да. Ніщо не розслабить вас краще, ніж аромамасаж. О, Боже, я люблю, да. Реально. Зараз тайка зайде. Створіть... Я люблю бочки тайк. Окей. Okay. Вони більш жорсткі. Створіть затишну обстановку, увімкніть романтичну музику. Запаліть ароматичні... Ти що, роздіваєшся? Ну, як? Ну, запаліть ароматичні свічки і зробіть легкий масаж із маслами. Такий вечір може чудово розслабити вас після робочого дня. Знімуть втому, налаштує на романтичний лад і, можливо, матиме продовження. Я вмію робити тільки масаж рельси, рельси, шпали, шпали. Що, серйозно? Окей, тепер є питання на тебе. Його теж можна зробити романтичним, якщо додати свічки, китайку і аромамасла. А хто це все буде робити? У мене є питання. І до редакції, і до всіх. Масаж. Андрій, я не знаю, що буде відбуватися. Огласи, що у тебе. Наталі робить масаж Андрію. Ні. Знімаємо стрес за допомогою гарячої ванни. Я взагалі нічого не розумію. Вода відмінно сприяє розслабленню. Наберіть теплу ванну, додайте в неї ефірне масло лаванди, м'яти і апельсина. Увімкніть спокійну музику, а також запаліть пару свічок та полежте в ароматній воді близько 15-30 хвилин. І стрес зніметься з умиротворенням. Готові? Так. А в тебе? Готові на себе це і спробувати? У вас тут ванна є? Так. Да? Серйозно? Ну я так думаю. Я не те, що думаю, я впевнений. А, буде масаж, буде ванна, так? Ну що, треба зробити, мабуть, невеличку паузу. А насправді, що будемо робити, розказуй. Будемо пускати мильні бульбашки. Пускати мильні бульбашки – таке заняття допоможе контролювати дихання та заодно нормалізувати стан психіки. За кілька хвилин настрій поліпшиться і від стресу не залишиться і сліду, запевняє канадський психолог Алан Бертон. Ты что? Вы давай? Да, да. Поехала. А, значит, ванну и массаж предлагаю, чтобы каждый попробовал дома, а потом соберемся и да, поделимся. Хотите или, два поделимся? Совета? Да. Давай. Первое, если реально хочется лечь и уснуть и не быть в напряжении, нужно минимум за 2 часа до сна не иметь контактов с никакими экранами. Ни с телефоном, ни с телевизором, ни с ноутбуком. Это очень важно. Реально, первое. А чему так? Ну, если я даже через минуту как-то засыпаю. Я засынаю через таймер. Нет, ну, другое. Попробуй вот нормально, а будешь этом, наверное, спать, не... будешь спать совсем по-другому. Ты спишь либо не спишь, в зависимости от того, какая у тебя психика, сколько у тебя в голове мыслей и насколько ты возбужден, либо перевозбужден. Не можешь заснуть без сна. Ага. Не треба мати контакт ни с якими экранами. И лучше не есть за 2 часа до сна, но это сложно, мне кажется, всем. Угу. Вот, потому что ночная жрица приходит, я думаю, к большинству наших зрителей. Вот, ко мне она приходит точно и по пару раз ночью. А второе, когда у тебя вот совсем жестко, ты уже лежишь, не можешь успокоиться, первое, что нужно сделать, дышать спокойно, реально, глубоко выдыхать, отпускать все. А если уж совсем тяжело, значит, есть такое напряжение, ты весь напрягаешься, а потом расслабление. Вот это круто. Напрягаешься очень сильно долго и расслабляешься. Лежа это все происходит. Да можно лежа. Это ну, уже на лишнем? Ну, это реально так. Да, я вот так делал позавчера, потому что совсем не могу уснуть. Ну, кто ходит в спортзал, либо занимается чем-то? А Натали занимается. Я занимаюсь ТРХом, теннисом. Ну, я ТРХом занимаюсь. После ТРХа, когда ты последние 10 минут тянешься, и там раскатываешься, еще что-то, боже, с тебя так снимается все, и ты такой, сейчас бы просто уснуть. Я думаю, в аэропортах обалдеют, да, если вы таким образом будете стресс снимать, пузырики пускать? Не пустят. Хотя до 100 миллилитров. Литров? Половину отольем. До 100 миллилитров, но в специальном пакете. Отож, Андрію, як тобі наші оголошення? Да, я видел, картошку продаете. Пытаемся. Да, просто пытаемся. Якось дивно, что никто не телефонует. Просто телефон. Уже півроку висить. Я сейчас наберу, а ну. Сейчас а ну давайте. 068. Одной цифры не хватает. 7-5-4-5-2-1. Одной цифры не хватает, поэтому никто не звонит. Что ты же? Понял? Совет один. Правильно указывать контакты, это да. Не дело пиде. Да. Кстати, я очень часто путешествую по Украине, а вот эта же схема по рекламе еще работает. Ну, то есть на столбах лепят. Я бачу, при мне відривали эту штучку. Точнее, да, не работает, а использует. Работает ли она? Ну, я не совсем не в малом бизнесе, и моя целевая аудитория, с которой я работаю, она, наверное, не смотрит на столбы, наверное, мне так кажется. Но если клеют, значит, работают. Люди бы не клеили. У да людей ладно. Есть клепка, я тебе серьезно говорю, не клеили бы, работает, скорее всего. Смотри, у них аудитория прохожая,
которые останавливаются. Есть аудитория, воспитанная на том, что что-то полезное можно и нужно прочитать на столбах. Я 81-го года рождения. Мы все продавали через столбы. Когда появилась первая газета, в которой были объявления, я просто сидел несколько лет подряд, читал. Интересно было, что же люди продают. За сколько можно купить телевизор, за сколько можно купить машину, кто кому сделает массаж, он ищет его, она ищет ее и так далее. Ага, ну есть в этом, да, что-то такое милое. Сегодня мы расскажем, как определить свою целевую аудиторию и понять, как сделать рекламную кампанию и рекламную стратегию, бюджет спланировать. Расскажем? С удовольствием послушаю. Да ладно, да, я от тебя хочу это узнать. Конечно. Ну, да. Можем обсудить и рассказать, только надо грамотно ставить вопросы, чтобы я не на 3 часа ушел в выступление. Це вечір на восьмому. І просто зараз дізнаєтеся про те, як збудувати рекламну стратегію і що треба, аби вона стала максимально ефективною. Це правильний путь. Другого нет пути. Як зібрати команду, яка разом із вами працюватиме на результат. Это тот самый случай, когда ты в 7 вечера уходишь с работы. И все такие, а ты куда? Ты куда собрался? Я вообще-то в отпуске. Як визначити найкращий момент для старту? Никогда не будет удачного времени для старта бизнеса, если ты будешь бояться. Иди и делай. Вот это круто. Сейчас все-таки про Trip My Dream хочу поговорить. Давай. А как возникла идея? Я 81-го года рождения, рожден в... Я бы сказал бы так, а-ля успешной семье. Мой дедушка был очень долгое время одним из топовых людей во всей Черниговской области. Сначала он был председателем райисполкома, потом зампредседателя обисполкома, председателем олдплана. В общем, 4 лет я ездил на его Волге, вот, у меня был свой личный водитель. Вот. Прям та жизнь, она другая. Да, но потом случился развал Советского Союза, дедушка был очень честный, поэтому запасов в сундуке никаких не было, и я точно так же, как и все вокруг, ел одну картошку, которую реально мы ели очень долго одну картошку, и в то время, чтобы выживать, моя мама бросила 15 лет педагогического стажа и пошла просто что-то покупать и перепродавать. Это единственное, где можно было хоть как-то поддерживать свою Тогда семью и жить. Очень многие пошли по этому пути, потому что другого пути не было. Одни просто забирали у государства то, что можно было забрать, да, приватизировали, это называлось. Вот, и строили бизнес, это был очень опасный бизнес. С другой стороны, вот, кто-то крутился, вертелся, ну и часть отдавал вот этим, которые забирали. Я приехал в Киев в 2002 году на 5-м курсе, сдал досрочную сессию. Я решил, что я должен быть в Киеве, потому что в Чернигове мне ловить абсолютно нечего. Я все бросил, приехал в Киев, и несколько лет... Денег с собой было немного, $200. $200 было у меня с собой, денег, у меня не было ничего, я жил у людей дома, у них было 2 детей. Вот, пришлось 4 месяца, живя у них, убираться, готовить, смотреть за детьми, за 4-месячным и 4-летним. История такая была сложная, долгая, на несколько лет. Снимал комнаты у бабушек, бабушки мне выносили мозг, брали деньги, выгоняли с приветом бабушки. В общем, ел долго одну мивину, катался на автобусах с пробитыми талончиками, сохранял, запоминал и сохранял, чтобы не платить. Потому что реально нужно было выживать, становиться на ноги. И такая история длилась долго. Ну вот, потом я попал каким-то образом в компанию Alcest, и там понял, что если я знаю английский язык, а я учился в спецклассе, в спецшколе, но это сильно не помогало, надо знать гораздо лучше, если ты хочешь работать с иностранными рынками. И я понял, что знание английского языка, там 16 лет назад, дает тебе $300-400 дополнительной зарплаты. И я интенсивно в течение 2 лет в метро, о котором мы говорили, у меня были маленькие бумажки, знаешь, такие бумажки, угу. Было штук 300 таких бумажек, бумажки со всех сторон списаны, да? Несколько тысяч слов, и я просто ехал и читал слова, повторял, придумал, как я их использую, и переворачивал. Все, у меня было вот несколько пачек таких в скрепочке. У меня до сих пор не лежат. Читал «Киевпост», читал, тогда еще был «Вотсон», читал какие-то еще иностранные издания, которые выходили на английском языке, выписывал слова и думал, как я их буду использовать в чем-то. Потом в Samsung я работал, потом я пришел в ТНК BP, это огромная корпорация, где я... На какой позиции? Ну, в Альцесте я был продакт-маркетинг-менеджером, я отвечал за продуктовое направление. В Samsung я отвечал за розничное направление, маркетингом занимался.
О, Samsung вообще... Попадал туда, просто отправив резюме? Или как? Ну, сложно, я много куда отправил резюме. Первую работу, чтобы я получил, я отправил, я был, наверное, на 100 этих собеседованиях. Серьезно, да, я каждый день ходил по 5 собеседований, везде. Проблема молодого 16 лет назад, сейчас легче, да, сейчас у нас гуру, все там рассказывают, что, куда, кому идти, как быть успешным, ну, продают воздух. Вот, а тогда ты не знаешь, что это за профессия мерчендайзер, ты не знаешь, что это за профессия логистик-менеджер, кто такой промоутер, и ты ходишь везде. Продают воду, ты идешь. Ты просто хочешь себя найти, потому что тебя после института не берет никто. Ты ничего абсолютно не умеешь. У меня был опыт до этого, я работал сторожем. Каждые три ночи я приходил и ночевал, охранял здание, потом и шел на учебу. Организовал там парковку, ну вот у меня был такой первый предпринимательский опыт. Я еще английский преподавал детям, ну неважно. И вот ты в Киеве, 2002 год, 2003 год, ты ходишь по объявлениям, в интернете объявлений практически нет, ты смотришь их в каких-то газетах специальных, звонишь, договариваешься, еще дозвониться надо, то есть мне было все равно. Я просто хотел работать, потому что мне надо было себя кормить, потому что родители мне рассказывали, как все классно, это же Киев, это же столица, вы что, у меня столько перспектив, а в реальности ты каждый день встаешь, ты поднимаешь себя с утра, ты не думаешь о том, будет ли плохо, будет ли хорошо, ты знаешь, тебе нужно найти работу, потому что у тебя будет нечего есть. Надеваешься в секонде, ешь мивину и так далее. Короче, я попадаю вот в Samsung, это такая первая классная работа, где тебя просто трансформируют в другого человека. Трансформируют почему? Потому что ты, если не трансформируешься, ты вылетаешь. Это компания Samsung там 16 лет назад, это та компания, которая только выходила на рынок, она была челленджером. Челленджер — это как номер два. Она была челленджером, даже в Украине LG, Panasonic, Sony, их по всем направлениям просто делали абсолютно. Вот. Но она имела свой маркетинговый подход, она понимала, как агрессивно она будет работать в маркетинге с людьми, и людей выжимала максимум. Ты за год работаешь как будто 3-5, реально. Вопрос у моего шефа в воскресенье, в субботу я всегда работал. В воскресенье был, не придешь ли ты в воскресенье работать, потому что шеф работал. Он спрашивал, во сколько ты придешь в воскресенье? Не придешь ли ты, а во сколько ты придешь? Это тот самый случай, когда ты в 7 вечера уходишь с работы, и все такие, а ты куда? Ты куда собрался? Я вообще-то в отпуске. Вот это именно вот тот вот случай. Я вам вполне серьезно говорю. Вот. Но за год ты выучиваешься, ты проходишь сумасшедшую школу. Короче, работаю я в Samsung, из Samsung перехожу в TNK BP. Помните заправки TNK BP? Я отвечаю за весь розничный маркетинг в TNK BP. После Samsung я говорил, блин, это оплачиваемый отпуск. Там так было мало работы. Они медленные, корпорация, куча денег, нефть. Ну, причем это, да, это вертикально интегрированная компания, классная компания, безумно многому научила, но потом пришел кризис, и в 2008 году в конце я перешел руководить компанией Viasat, которая дистрибьютирует платные каналы, 13 платных каналов, многомиллионный долларовый бизнес в Украине. На сегодняшний день я до сих пор руковожу этой компанией. Ой. Так вот, ко мне приходит мой будущий партнер Тарас Полищук. Он сейчас с макбуком пришел, там, 6 лет назад макбук. Ну, ты помнишь макбук? Ну, конечно. Сейчас это, вот, тогда вообще макбук. А, все яблоко, да? 6 лет назад. Приходит он ко мне, я смотрю, чувак разбирается в интернете, а я тогда уже понимал, что все будет в интернете. Абсолютно все в интернете каким-то образом будет связано. И мне приходит такая идея с ним что-то сделать, ну, так подсознательно. И мы так сговариваемся друг с другом, давай что-нибудь сделаем вместе, какую-нибудь предпринимательскую историю сделаем. И давай думать, что сделать. Сейчас же Андрей тут руководит компаниями сколько лет, я программист, вот мы сейчас, и мы полгода не могли ничего найти. Да, мы встречались, думали, и никакая идея нормально не приходила в голову. Ты прикинь? Куда? Хочется все. Не, ну денег не было. Не было тогда еще? Не. Ну, как, ну, деньги всегда есть. Их всегда можно найти. Деньги есть всегда. Родственники, знакомые, друзья, инвесторы, смежные бизнесы. Всегда деньги можно. Всегда. И вот мы не могли ничего придумать. И мы 1 января 2013 года с моей любимой женой Юлей улетаем кататься в Италию на лыжах. Прилетаем в Милан, арендуем машину, садимся, как сейчас помню, едем. Класс, счастливый, Италия, мы на 2 недели, ребенок дома, еще была первая дочка только была, второй еще не было. Едем, доезжаем, паркуемся, ночуем, 2 января, выезжаем в горы, напяли костюмы, едем в горы, жжу машину, а там, помните, в Крыму серпантины, то же самое, только круче и со снегом. И я понимаю, у меня летняя резина. Ой. В Милане это 14 тепла. Там не надо. Норм.
У них, когда заказываешь машину, надо брать цепи и зимнюю резину заказывать, а у тебя нет. И мы чуть не разбиваемся, пока доезжаем. Это нас носило все время. Спустились вниз в ресторане, сидим, пиццу съели. Я такой, это же знак. Надо делать бизнес в путешествиях. Все, я беру телефон. Тарас, говорю, все, я знаю, будет бизнес в путешествиях. Я много летаю, у меня есть мои проблемы, будет бизнес. Вот так вот пришла идея. 13-й год. В Украине нестабильная политическая, экономическая ситуация. Это удачное время для старта бизнеса? Никогда не будет удачного времени для старта бизнеса, если ты будешь бояться. Если ты боишься, то ты всегда материализуешь свои страхи. Вот я считаю, что в текущей экономической ситуации, вообще типа в так называемом кризисе, лучше даже делать бизнес. Просто у тебя есть возможность большая. Те, кто ленивые, и те, кто не готов к новым технологиям и прорывам, они умрут, они отойдут, они потеряют. А если у тебя действительно сильная новаторская идея, если у тебя действительно сильный подход, и ты готов пахать ежедневно, мало спать, ты должен, может быть, много спать, неважно, не обязательно пахать, просто делать то, что тебе нравится, тогда у тебя, возможно, скорее всего, очень получится. Потому что в кризис те вот большие, они сильно теряют, потому что они уже разожравшиеся. Я имею опыт своего предпринимательского бизнеса, уже 5 лет, я имею опыт работы в больших компаниях и сотрудничества с большими компаниями. Так вот, то, что мы, как компания из 12 человек в TripMyDream, можем сделать за неделю, потому что мы очень подвижные, то большая корпорация иногда может и год это делать. У меня некоторые контракты, просто юридические контракты, которые простейшие вещи, нужно договориться, простейшие вещи, подписываются год. Маленькие, компактные команды, они более поворотливы. В бизнесе очень важно понимать, первое, кто твой потребитель, и что ему самое необходимое надо. 9 из 10 компаний, новых компаний продуктов не становятся никогда прибыльными. 9 из 10. Як все-таки з нового бізнесу, так, з новим продуктом стати успішним? Отим одним. Нужно заниматься и разработкой продукта в том числе. Но если ты хочешь иметь возможность стать успешным, надо заниматься разработкой своего потребителя. Так и называется модель развития потребителя. Угу. Когда ты с первого дня знаешь, кто он, чего он хочет, где он ест, где он спит, с кем он спит, как он гуляет, ты знаешь о потребителе, его проблемы, и решаешь эти проблемы. Потому что главная задача любого продукта – решать какую-либо проблему. И вот когда ты делаешь продукт, думай именно так. Это первое. Самое важное. Второе. Любой бизнес – это всегда люди. Всегда люди. И с другой стороны, люди не только для людей, а с кем ты делаешь. Очень важно иметь команду, с кем ты делаешь. Команду, которой ты доверяешь. Не проверяешь каждый шаг, не думаешь, а может он украдет, обманет, подставит. Команда, которой ты максимально доверяешь, потому что чем больше ты доверяешь своей команде, чем более они становятся профессиональными, чувствуют свою ответственность, тем меньше ты снимаешь с себя ответственности контролировать каждую деталь. Я в TripMyDream контролирую до сих пор очень много, но стараюсь контролировать меньше. Все. Как это письмо ушло, что мы написали там, что мы рассказали, какой у нас код, какой контракт, какие, не знаю, финансовые показатели, какой у нас там юридический, все абсолютно контролируешь. Когда происходит осознание, что доверяешь человеку? Я стараюсь доверять с первого сразу? Дня. С первого. У меня подход, лично мой, я сразу говорю, у меня к тебе максимальное доверие. Больше половины не воспринимают, не понимают, что такое максимальное доверие. Я просто тоже иду по этому пути, они но боятся. Уже многих людей потеряла. Потому что я доверяю, я даю карт-бланш, и ну, уже со многими потом сделала? Расстались. Ты да, его сделала? Да. Ты бы их все равно потеряла? Да, но я ты, поняла. Но ты потеряла быстрее. Да. Ты быстрее, я же говорил, что предприниматель... Сначала я думала, это в тумане ошибка, быть. Что-то не предпринимателя быть в тумане и искать свой путь в тумане все время. Ты не знаешь, что у тебя получится. Ты не создаешь бизнес и не знаешь, сколько он тебе принесет. 5000 долларов, 150, либо ты продашь все квартиры. Я продал когда-то свою квартиру, чтобы инвестировать первые деньги. И у тебя ничего не вернется обратно. Только опыт останется. Ты не знаешь. Это нормально так быть предпринимателем. Предприниматель не очкует, берет и делает. Предпринимает решение. А не сидит... Как бы мне сделать? Ой, а я боюсь открыть парикмахерскую. Ой, да нет, надо еще поучиться книжек почитать. Схожу я там, не знаю, к Черняку на тренинг, либо там послушаю передачу какую-нибудь, либо там еще кого-нибудь бизнесмена пойду послушаю. Иди и делай.
Вечір на восьмому триває, і просто зараз говоримо про те, що саме треба робити, аби ваш бізнес був максимально успішним. Не треба боятися конкурентів, тіло тебе все буде. Що врахувати, плануючи співпрацю з партнерами? Інтересне прочтення партнерства, круто. І якою має бути ваша рекламна стратегія? Якщо ти не задіяний, все, ти втрачаєш connection з бізнесом. Реклама, піар робиться так же. Все найцікавіше попереду. Долучайтеся. Предприниматель не очкует, берет и делает, принимает решение. А не сидит, как бы мне сделать? Ой, а я боюсь открыть парикмахерскую. Ой, да нет, надо еще поучиться книжек почитать. Схожу я там, не знаю, к Черняку на тренинг, либо там послушаю передачу какую-нибудь, либо там еще кого-нибудь бизнесмена пойду послушаю. Иди и делай. Чем быстрее ты начнешь делать, чем быстрее ты получишь первые ошибки и будешь двигаться дальше. Так, я пришел. Давай. Беру и делай. Квартиру продавай по таким же объявлениям. Я хочу все-таки на примере TripMyDream. Тогда сразу было понимание, как найти целевую аудиторию, как идти, как организовать. То есть пришла мысль, да, эта информация будет полезна. Да, она будет практична. То есть будем давать советы, которых еще, допустим, нет в тех же программах о путешествиях, которых немало, которых тысячи. Смотри, TripMyDream. Честная история. Того сервиса, с которым мы придумали TripMyDream, мы буквально на прошлой неделе его в Украине выключили. Потому что аудитория, которая нам казалась есть, ее так много, как надо, нет. И на ней те инвестиции, которые сделаешь, они не оправдаются. Поэтому мы, как скейт свой, переделали это решение для западного рынка. Ага. У нас есть бизнес, мы делаем это решение для западного рынка. У нас технологическое IT-решение, мы динамически пакетируем отели, перелеты, прогнозируем и так далее. Мы, не делая никому живого запроса, можем с точностью выше 90% спрогнозировать, какая будет цена на авиабилет и на конкретный отель по всем странам мира. Не всегда все так радужно и классно, но мы это делаем. Этот сервис сейчас работает в Британии, Италии, Испании, Франции. Угу. Это основной бизнес TripMyDream. Есть украинская часть, где этот сервис был не нужен. А мне казалось, что он нужен. Я ошибся. Однозначно ошибка. Ошибка – это учение. Ребенок, когда родился, он же не ходит, он даже не ползает, он стучится все время. И если это называть ошибками и гнобить, что ты ошибаешься, ну, ты никогда не пойдешь и не побежишь. Поэтому пока ты не сделаешь ошибки, ты не станешь сильнее. Надо ошибаться, это нормально, это правильный путь. Другого нет пути. Какой бы дорогой ни была. Ты не можешь прийти и сразу стать оперной певицей. Ох, я гарно. Да, какой там. Хорошо, не хорошо, можно идти в этом направлении. У меня была героиня, у меня есть выпуск «Экспаты», я снимаешь видео еще, и у меня была героиня, оперная певица в Мадриде. Мы на улице распевались. Посмотрите, Мадрид, выпуск «Экспаты». Решение, которое мы сделали изначально с TripMyDream для Украины, ну не надо. Оно вообще не надо на все наши постсоветские страны, потому что нет денег, они привыкли к турам, они реже путешествуют, у них барьер знания иностранного языка, у них боязнь сделать что-то самому, они хотят положиться на агента, на что они готовы переплатить, но только чтобы было вот так. Для них есть четкая картинка, ну мы же кумы Тамбов, и если там в России кричат Тагил, то у нас Полтава! Это шутка такая. Ой, широ было. Не, Полтава, ну начало. Окей. И украинский. И украинскому потребителю это не нужно. Вот. Соответственно, мы быстро переделали. Мы за 3 месяца сделали новый продукт, поиск дешевых авиабилетов. Подключили у нас все авиакомпании, все лоукостеры. Мы подключили основных онлайн-продавцов. И сейчас более 30 тысяч человек ежедневно у нас ищут авиабилеты. Ко мне на сервис приходит больше 1 миллиона уникальных путешественников в месяц. Сколько, сколько денег вы-то инвестировали? Я закончил считать наши инвестиции, когда было 500 000 долларов наших общих всех денег.
На старте понимали, что это вот такие деньги будут? Нет, абсолютно. Ну, я думал, я когда мы начинали считать, у меня был коммитмент на 60 тысяч долларов с Тарасом. Мы считали, что Тарас уходит с работы, вот, я должен был уйти позже. И Тарас пишет код, делает продукт, а я инвестирую деньги, занимаюсь бизнес-частью, договариваюсь с партнерами и маркетинг и все остальное. Uh-huh. Вот. И первые инвестиции, которые мы считали, что мы должны потратить, 60 тысяч долларов. Вот. Закончились очень быстро деньги. Понимаю. И нас было двое. Вот. Ну, все стоит, ну, как бы, это без зарплат. Мы не платили все деньги. Но могу сказать, что в прошлом году, прошлым летом мы вышли на безубыточность и зарабатываем, но мы не принимаем инвестиции. Мы не берем инвестиции, пока. Вот. Мы выиграли в Швейцарии на конкурсе стартапов в 2016 году. Было 65 стран, и мы выиграли на сцене. Ну, сцена 800 человек, мы там рассказывали про продукт, мы выиграли. Нас признали лучшим travel-стартапом по версии SeedStars World 2016 года с возможностью получения 500 тысяч долларов инвестиций. Мы не взяли инвестиции. Мы... Ну, разные причины. Знаешь, инвестиции – это отдать долю себя. Представь, что у тебя однокомнатная квартира 50 квадратных метров. Угу. Вот. И тебе говорит дядя, ну я тебе дам денег, но там 10 квадратных метров мои, например. Да? Ну, у него есть 10 квадратных метров, но вы с ним, соответственно, ходите вместе в туалет, вы ходите вместе в одну кухню, и у вас отдельный вход и все остальное. Понимаешь? Он шумит, ты спишь и наоборот. Вот. Такое поэтому... интересное прочтение партнерства, круто, ну, это, сразу понятно. Да, очень. Ты хочешь себе впускать с инвестициями человека, который тебе не будет мешать работать. Вот. И быть гибким, и делать то, что ты хочешь, со своим видением, а не приходить со своим. Потому что когда два очень сильных человека, безумно сложно. Я очень часто бываю на разных конференциях, выступлениях, там, где вот такие, как я, которые могут говорить, вести за собой. И тяжело. Тяжело, потому что каждый хочет вести. И, знаешь, вот так вот, тот сюда, тот сюда, тот сюда. Это очень тяжело. Должен быть один лидер. В команде должен быть всегда один лидер. Должно быть мнение всех, но один лидер. Вот. Короче, вернемся к TripAdvisor. Мы быстро... как заявляли о себе? Ну, появился сервис, ну, good. Ну, как заявляли? Я разобрался в Фейсбуке, я сделал сам Фейсбук еще до того, как мы заявляли о себе о продукте, еще продукта не было, я сделал Фейсбук. Я придумал, взял Джонни Деппа из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Такой чувачок в очках, я приезжал в кафе, брал ноутбук, находил интересный контент, подбирал фотографию и сам просто писал каждый день. Каждый день делал. Я Фейсбук до 100 тысяч вел сам. То есть группу в Фейсбуке 100 тысяч сделал я. Угу. Я каждый день писал. Не было сайта, ничего не без было. Без рекламных бюджетов. С рекламой. С рекламой. С рекламой, но тогда Facebook позволял продвигать пост, а потом приглашать людей. И так мы выросли 8 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Потом сайт появился, потом о нас начали писать. Украинцы сделали такое-то онлайн-турагентство, которое находит под бюджет. Украинцы сделали то, это. Вот. Ну и я как бы сам не боюсь ни телевизора, ни радио, ничего. И стал везде ходить, рассказывать. Соответственно, стали узнавать. Ну, потому что у нас стратегия, если у нас нет денег на телевизор, то мы создаем телевизор сами. Поэтому я создал год назад свой YouTube-канал. Угу. У меня 11 миллионов просмотров. 78 тысяч подписчиков. Причем это сколько каналов? Год. Фрик. Почти год. Дело в том, что мои подписчики – это аудитория 25 лет. Взрослая, ну, взрослеющая аудитория, думающая аудитория, потому что контент более документально-развлекательный. Вот. У нас нет про политику, у нас нет про срачи, у нас нет про хайп, про то, что происходит. Мы снимаем просто... Детей у вас снимаю. Нет, детей нет. У меня есть дети, но... Не, я про канал. Там детей нет. Детям это неинтересно. Вот. Но YouTube – это будущее. Вы понимали, там, через 3-4 года, если ты не в YouTube, тебя нет, если ты не задействован, все, ты теряешь connection с бизнесом, связь с бизнесом. Хорошо, YouTube, путешествия. Но здесь же тоже сумасшедшая конкуренция. Как здесь получилось? В путешествиях? Путешествия. В YouTube? Да. Нет? В YouTube нет. В YouTube в путешествиях нет конкуренции. Мы номер один канал из Украины, который... Мой канал, он номер один в Украине, который о путешествиях. Есть каналы, которые чуть снимают о путешествиях. Вот. Есть каналы, которые... Телевизионные каналы пришли, там, не знаю, не буду называть их названия, но они просто на телек есть, и поэтому есть в YouTube. И телек их сделал... И телек заливает трафиком, телек сделал звездами, они благодаря телеку звезды, когда ты звезда, что бы ты ни делал, тебе легко. Это hero контент называется. Hero. Uh-huh, есть uh-huh. Hero контент, hype контент, hub контент и help контент. Мы не YouTube. В YouTube важно быть настоящим, такой как есть, искренним. Правда, важно быть искренним, быть регулярно выходить и не сдаваться, не обращать внимания на хейтеров.
Вот все. А у нас конкуренции нет. Я не вижу конкурентов. У меня есть такое понятие. Смотри, классно снято. Допустим. Хочешь конкуренции? Сори, да, я тебе. Конкуренция, да. Это так важно. Это должен каждый человек в мире понять. Боженька дав усім. Зрозумійте, Боженька дає усім. Але і комусь більше, комусь менше. Нічого подобного. Чому? Боженька дає всім. Нет конкуренції. Це условна конкуренція. Ресурсів хватить на всіх. Сонця хватить на всіх. Всього хватає. Не треба боятися конкурентів. Тіло, тебе все буде. Я тоже конкурентов не боюсь, все и будет. Их не замечаю. Но смотри, хорошо снято, допустим, на супер фотоаппарат с сумасшедшими объективами, потрясающая красивая картинка в 4К, 3D, я не знаю. 4К. Искренний. Там, я не знаю, красивый, некрасивый. 79 просмотров. У кого? Ну, образно я говорю, нет, просто такого. Пример. Не, не будет. Оно ж не даст сразу тысячи просмотров. Так ты должен денег вложить, конечно. Вот, то есть без денег нельзя. Ничего без денег. Но я сейчас придумаю новый iPhone. Крутой. Если я о нем не расскажу миру, о нем никто не Сколько узнает. Сколько денег заложить на старт, чтобы пришло хотя бы 100 тысяч просмотров? Ну смотри, мы на YouTube потратили больше 100 тысяч долларов за год. Ёй. Ну это все затраты, да. Это техника, люди, монтаж, путешествия, продвижение, дизайн, оптимизация, реклама, все это, да. Вот, но мы заработали больше 100 тысяч долларов. Яким чином? Реклама? Интеграция. Интеграция. Не реклама, не YouTube платит. Но если я рассказываю о мобильном операторе, я говорю о реальном своем любимом банке, о конкретных авиалиниях, у меня есть проекты, я прямо говорю, что я вот в этот спонсор проекта, не спонсор проекта, а партнер проекта, авиакомпания такая, там, что нам дала билетов. Да, билетов, ну, если мы летаем много, дает много тысяч долларов билетов. Вот, где-то это отели. У меня есть одно правило, страховые компании, бренды и так далее. У меня есть правило, я никогда не рекомендую тот бренд, либо тот продукт, которым не пользуюсь сам и который мне не нравится. Угу. Потому что очередь определенная там стоит. Особенно кэшбэк-сервисы, казино платят много. У меня интеграция видео на одну минуту стоит 2500 долларов. Я рассказал, посидел, блин, я купил новый iPhone XS и так далее, бла-бла-бла-бла-бла, вот такие функции. Это будет, это будет 2500 долларов стоить, но я при этом гарантирую, что мое видео увидит не менее 150 тысяч человек. Потому что у меня не просто канал, у меня есть канал, у меня есть сайт Trick My Dream, куда мы постим это видео, в том числе. У меня есть Facebook, где 165 тысяч человек группа. У меня есть Telegram, где скоро будет 50 тысяч. У меня есть Instagram, где много десятков тысяч. У меня есть 130 тысяч подписчиков. И я еще трачу сам на рекламу много. И за счет того, что я продвигаю видео, у меня много просмотров. И тогда бренд, не знаю, одежда какая-нибудь, либо платежная система, либо банк, ему лучше, чтобы о нем узнали не в рекламе по телевизору, там где-то на 30 секунд тетя бежит и каждый раз одно и то же, а когда герой, которого смотрят люди, которым интересен контент, их ролевая модель рассказывает, что она пользуется. Я, к примеру, сижу, вот кеды. Видишь, кеды? Я с ними еще не работаю. Сколько стоит эти кеды? Как ты думаешь, чем более потертый, вот это грязь, это специально сделано. Чем дороже. Чем дороже. Как ты думаешь, сколько эти кеды стоят? 1200 долларов. Не, ну что, это уже совсем 450 евро. К примеру. Поняла? Ну это до скидки можно. Я тебе рассказываю к примеру. Если ты сидишь в этих кедах, то определенная аудитория обращает внимание. Если носишь очки Gucci, я просто их ношу, я не работаю еще с Gucci, то мне спрашивают, что у тебя за марка очков, такие классные очки. Ты едешь на машине, ну это, ну, человек пользуется, и ты веришь. Есть что-то, что ни за какие деньги бы не прорекламировал? То, чем я не пользуюсь и что мне не нравится, никогда не буду рекламировать. Никогда. Не, никогда. То, что мне нравится, легко. Блин, я считаю, что нужно рассказывать. Потому что я рекламирую свой бизнес. Реклама – двигатель прогресса. Вот что такое реклама? Реклама – это же условно реклама. Не знаю, ты сделала классный борщ. Ты звонишь подругам, чего блин, не ты... продать? Ну, нет, ты же звонишь подругам, приедьте, покушайте. Ты зовешь кого-то, приезжайте, блин, такой рецепт, кто-то в Инстаграме напишет. Это реклама, то же самое. Блин, а я вот это бесплатно все только мужа кормила. Надо было Инстаграме допродавать больше. Да. Ну, алло. Давай. Огонь. Огинь. Это зараз не про политику, да? Все закончилось. Хочешь правду? Я вообще не знаю. Я с трудом знаю, кто у нас президент, вспоминаю, Порошенко. Петро Алексеевич Порошенко. Надеюсь, он тоже смотрит 8 канал. Не, суть, знаешь, что? Я не знаю, что с политикой происходит в Украине абсолютно. Это к лучшему. Все добре. Не надо на это я звоню маме, она говорит, мам, что изменилось? Андрей говорит, то же самое, я все понял. Хорошо, у меня еще тогда вопрос по Trip My Dream. Создание этого YouTube-канала,
позитивно повлияло на развитие основного бизнеса? Конечно. Ну, в деньгах каким образом? В деньгах очень сложно посчитать, безумно сложно, потому что это больше влияет на знание бренда, которое тоже нужно мерить. Вот. Но можно пойти математическим путем. Смотри, 11 миллионов просмотров, из них, наверное, в 8 миллионах я таким или иным образом упоминаю Trip My Dream. Либо некоторые видео проект «Экспаты». Проект «Экспаты» — это вообще проект, в котором один выпуск стоит $10 000. Сделать один выпуск, ага. Ну мы летим в другой город, мы живем в другом городе, мы питаемся в другом городе, со мной летит 3 человека, 3 оператора, 3 камеры, дроны, куча всего, монтаж, мы монтируем еще 2 недели, ты что, мы снимаем 4К, у нас 1.5 терабайта по каждому городу видео отснято. Вот, это длинная история. 10 тысяч долларов выпуск. Да, выпуск сколько тривает? Ну, если выпуск час. Годину цілу. Да. Ну, вот он начинается, сервис выгодных путешествий Trip My Dream представляет. Вот, это экспаты. И я, кстати, лечу вот уже в ноябре, наверное, снимать в Бангкоке, Дели. Буду Азию еще снимать. По какому принципу города подбираются? Туда, куда можно долететь с авиакомпанией-партнером сейчас. Поняла. Летом я хочу выбрать партнеры машину, вот, либо Audi, потому что я катаюсь на Audi. Вот, либо возьму какую-нибудь машину, которая мне нравится, договорюсь с ними о деньгах, они дадут машину. Мне машина так важна. Важно, чтобы дали деньги, мы сделаем проект по Европе на машине экспаты. Еще круто. Закроем те города, где мы не были. Но это интересный контент. Понимаешь? Каждый из нас в какой-то момент задумывался, почему мне не пожить в Лос-Анджелесе, в Барселоне, в Варшаве, на Бали, еще где-то, правда? Ну, каждый из нас. Я, например, путешествую, когда смотрю велогонки. Тоже очень красиво расслабляет. Прикольно. Вот, каждый из нас задумывался, и каждый из нас, ну, многие из нас были там в Риме, в Париже, в Барселоне, в многих городах. И они эти города видят, ну, достопримечательности и все. А как в этом городе жить? Как найти работу? Как найти жилье? Как справиться с местными? Какой у них менталитет? А как подружиться, а выйти замуж? Как ребенка в садик отвезти? Как набить морду? Как получить по морде? Вся круто, история. Круто. Вот у меня сейчас выходит Париж, следующий выпуск, у меня там одна из героинь, Ирена Карпа, например. Угу. Знаете Ирену Карпу? Да. Ну вот Ирена Карпа одна из героинь наших. Вот очень прикольный выпуск. Не, мы к ней летали. О, ну узнайте, посмотрите выпуск на работе. Посмотрите. У меня каждый выпуск смотрит минимум 350 тысяч человек. Мы его продвигаем в YouTube, а потом YouTube его любит и просто сам уже рекомендует. Один выпуск у меня вообще уже больше 600 тысяч про жизнь на Бали, снятый на мой обычный телефон. Жена снимала, ходила, моих друзей, троих друзей, посмотрела более 600 тысяч человек. YouTube полюбил. І рекомендую. Тобто, коли вже YouTube любить, ти вже нічого можеш тоді далі не робити. Іде в рекомендації. Ну, да. Йде рекомендація, тому що якщо YouTube видно, що смотрять довго, і він може вставляти рекламу, і він може заробляти, він тебе дуже любить. Ти що? YouTube може заробляти. Угу, круто. Нам треба вже скоро закінчувати. Легко. І так, тепер малий і середній бізнес, совети по підходу к рекламі і піару. Ти говориш о тому, що реклама і піар – це різні речі, і часто бізнес це путає. Ну, я бы малому среднему бизнесу изначально бы рекомендовал смотреть не на рекламу, не на пиар, а заниматься маркетингом. А маркетинг весь должен быть построен вокруг потребителя. Ты должен знать своего потребителя. Если ты не знаешь своего потребителя, для которого ты создаешь продукт, то можешь не думать ни о каком ни рекламе, никакой рекламе, никаком маркетинге, либо пиаре. Все, ты должен знать своего потребителя. Самое первое. Это знаешь своего потребителя, создаешь ему нужный ему продукт. Ты теперь об этом продукте должен своему потребителю рассказать. Для того, чтобы потребителю рассказать о продукте, надо понять, где это. Надо понять, где ему рассказать, и как рассказывают твои конкуренты, и как вызвать у него определенный триггер к действию. Поэтому любое действие, которое ты делаешь для своего потребителя, ты должен разложить на 4 составляющие. Первая составляющая называется мотивация. Мотивация потребителя. Чего он хочет? Сейчас мы все разберем. Вторая составляющая – это физическая возможность совершить необходимое тебе конкретное действие. Третье – это триггер. Триггер – это то, что вызывает. Не знаю, сообщение пришло – это триггер. Красный цвет для быка – это триггер. Просто реклама – это триггер. Лампа, которая светит – это триггер. Юра сидит тихо, шептуна пустил – это тоже триггер. Це не я. Може, це звідти дійшло? Триггер. Вот, триггер. І последнє – це цільове дійство, яке должен совершить хтось з твоєї аудиторії. Угу. Вот. Купить, написать, подписаться, рассказать другу, сделать тест-драйв, все что угодно. Вот, понятно? Если ты своего потребителя раскладываешь на 4 составляющие, зная его мотивацию,
Может, он пришел не купить сегодня, а он пришел посмотреть, он пришел померить, он пришел познакомиться, он никогда не купит. Ты должен знать его мотивацию. Если ты знаешь, есть ли у него возможность физическая купить, можешь ли ты ему доставить, может ли он вообще к тебе прийти, должен знать его, да? Угу. Дальше ты должен ориентироваться на целевое действие, понимая мотивацию, да? И последнее, ты должен вызывать триггером позыв к совершению ключевого действия. Возьмем мой телефон. Приведу два примера, разложу на все. Лежит телефон, он лежит на беззвучном режиме, лежит здесь, если он будет звонить, то я не услышу. Он лежит вот так, да, вот он лежит. Я жду звонка своей жены. Вот мне должна позвонить жена, там что-то сообщить, я жду звонка. Мотивация есть принять звонок? Есть. Целевое действие, Андрей ответил на звонок, поговорил с женой, правильно? Так, целевое действие, Андрей ответил на звонок, поговорил с женой. Мотивация принять звонок у меня есть. Физическая возможность взять трубку. У меня есть рука, у меня есть возможность его достать, и я могу слышать. Физическая возможность совершить действие. Могу говорить. Есть. Триггер срабатывает, если телефон на беззвучном режиме. Но триггер не срабатывает. Целевое действие происходит. Андрей поговорил с женой? Нет. Понятно, да? Реклама, пиар делается так же. Понятно. Следующий пример, второй. Помните, звонили там пару лет назад, типа там, Андрей Анатольевич, здравствуйте, это какие-то кассы, у нас концерт Баскова и Киркорова, приходите к нам, пожалуйста. Я почти мотивация есть взять от этих вот назойливых? Нет мотивации. Mm-hmm. Телефон может звонить, он не на виброрежиме, он очень громко даже может трещать. То же самое со ссылками в почте и в телефоне. Конечно, везде. Так вот, если мотивации нет взять, как бы он ни звонил этот телефон громко, прыгал, не знаю, Юра снова шептуна опустил и сказал, да возьми же этот телефон. Так прекрасно, вот. Когда на площадке мужская. Вот, у него заговорило. Я абсолютно не. Ты говорить, в кого що болить. Я не шепчу, я нормально валю. А знаєте, це я просто не. Я потім розкажу, зараз не до анекдотів. Ну, стосовно мотивації взяти. Так от, коротше, якщо у вас срабатує все, но мотивації нет, целевое действие не происходит. И это самое важное, базовое, что должен понимать каждый предприниматель. Если он идет в рекламное агентство, заказывает рекламу, если он тратит деньги на рассылку, либо тратит на борды, он должен понимать потребителя, создать для него продукт, потом знать, где с потребителем контактировать, и есть ли у него мотивация и деньги, и возможность совершить нужное действие. Угу. Если ты раскладываешь так все, что ты делаешь, у тебя все получится. Все, это самое важное. Больше ничего не надо. Цвета больше не надо. Ми будемо тоді дякувати, але все-таки, мабуть, поради нашим глядачам, щоб стати гарним, красивим і успішним. 3-5 порад. Так не надо, не надо становиться, ти вже є. Одну, будь ласка. Ти з утра просипаєшся, ти розумієш, я вже гарний, красивий, успішний. Все. Дякуємо. Не надо становитися. А будете ще красивішими, якщо будете і успішнішими, якщо будете засинати з нами, з 8-м каналом. Цілуємо, любимо і до здибанки. На цьому сьогодні ставимо крапку. Залишайтесь на 8-му. І хочеться наостанок сьогоднішнього випуску «Вечора на 8-му» ось, знаєте, підсумувати то все і одну єдину пораду, щоб у вас все було чудесно. Зранку прокинулися, подивилися на себе в дзеркало і сказали: «Я красавчик, я можу все». А з 8-м каналом ви зможете ще більше. Залишайтеся з нами. Всім любові. Па-па.